По итогам встречи с Виктором Томенко президент Владимир Путин поручил правительству России поддержать планы развития Алтайского края. Об этом сам временно исполняющий обязанности губернатора региона рассказал журналистам накануне в ходе посещения Барнаульской ТЭЦ-3. 31 августа Виктор Томенко на встрече в Кремле проинформировал главу государства о положении дел в Алтайском крае, рассказал о планах и проблемах. В частности, речь шла о неудовлетворительном состоянии сети автомобильных дорог региона. Для приведения их в достойный вид без целевой поддержки со стороны федерального центра не обойтись. Сегодня мы на содержание и ремонт автомобильных дорог краевых тратим порядка 6 миллиардов рублей. Такие средства можем себе позволить, такой объем расходов. Надо их увеличивать кратно, поэтому я попросил о возможности поддержать хотя бы удвоение объемов финансирования. По словам Виктора Томенко, президент дал поручение Минтрансу рассмотреть варианты поддержки края. Также наш регион может рассчитывать на помощь в ряде других сфер. Например, на закупку нового медицинского оборудования, томографов и аниографов потребуется порядка 300 миллионов рублей. Еще столько же на закупку выставочного оборудования и оборудования для хранения фондов для Государственного художественного музея. Кроме того, президент дал поручение включить Барнаульский аэропорт в план модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. Уже в следующем году начнутся проектные работы реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулевых дорожек и перронов. Всего на реконструкцию инфраструктуры аэропорта понадобится около 4 миллиардов рублей.